заслуги перед Отечеством его дважды наградили званием Героя Советского Союза. Единственный в СССР маршал сразу двух стран, Константин Константинович Рокоссовский, был одним из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Жители Химок выступили с инициативой увековечить память героя, установив ему памятник на Аллее Славы. Сегодня мы присутствуем в школе-интернате. Здесь была инициатива выдвинута и родителями, и педагогическим составом об установке памятника маршалу Победы Константину Константиновичу Рокоссовскому. Во время войны здесь он формировал армию и отличился при обороне Москвы. Именно в Сходне формировалась 16-я армия Рокоссовского, которая внесла неоценимый вклад в победе в битве под Москвой. Мы гордимся вот этим историческим фактом и считаем, что его нужно увековечить. Тем более в масштабах подготовки к юбилейным событиям осенью, 80-летию Победы под Москвой, конечно же, мы будем эту тему с ребятами прорабатывать. С инициативой установить бюст маршалу выступили родители и преподаватели школы. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» помогли воплотить ее в жизнь. Предложение было опубликовано на сайте «Хиж онлайн», где за него проголосовали более 2000 горожан. И нашелся меценат, готовый подарить сам бюст. Теперь осталось решить, каким будет постамент для него. С родителями обсудили этапы установки бюста. Подготовительный этап у нас завершен. Впереди нас ждет практический этап. Установка постамента и непосредственно самого бюста. Подготовка уже установленных бюстов, то есть благоустройство, уборка, очистка. Уже к концу августа должны завершить все работы по установке. А в День знаний запланировано торжественное открытие памятника.